Это редкий случай, когда Снегурочку не звали, а она пришла. Вот, меня зовут Лена Джиглав, я руководитель проектной группы «Госпроект», и сегодня всем видом буду показывать, что госы — это не скучно, а очень весело и прикольно. Мы так практически каждый день ходим на работу, как на праздник. Вот, в костюме Снегурочки я не случайно, я не такая холодная, как сердца ваших бывших. Просто я сегодня рассказываю новогодний кейс, который мы сделали в прошлом году для компании РЖД. Это был проект «Поезд Деда Мороза». И что это такое? Очень мало москвичей знают этот проект, зато вся Россия по нему просто люто визжит. «Поезд Деда Мороза» — проект, который РЖД начали в 2021 году. Стал огромной народной любовью, и в сезоне 2022-2023 года проект увеличился практически в 4 раза. Если в 2021 году поезд РЖД с Дедом Морозом из Великого Устюга проехал 36 городов, то в прошедшем сезоне он посетил 120 городов, уехал из Великого Устюга, приехал во Владивосток, по БАМу, обратно возвращался по Транссибу, проехал Урал, Среднюю Россию, Русский Север. И мероприятие на платформах вокзалов посетило 720 тысяч человек. Всего в общей сложности поезд ехал 85 дней, проехал 33 тысячи километров железнодорожных путей. Казалось бы, как это касается нас? РЖД пришли к нам с несколькими задачами. Во-первых, как вы понимаете, 720 человек — это не все, кто хочет прикоснуться к празднику. Задача первая была расширить охват мероприятия, выйти в виртуальное пространство и позволить большему количеству россиян прикоснуться к этому мероприятию. Вторая задача была усилить имидж бренда как компании, которая использует классные диджитал-технологии. Еще несколько задач мы оставили за пределами этого слайда. 120 городов проезжает поезд. Мы понимали, что нам нужно охватить всю Россию. Но помимо этого еще была одна проблема, что даже в тех городах, куда поезд приезжал или проезжал мимо, там не все могли попасть на это мероприятие. Поэтому нам нужно было охватить людей в этом городе, проинформировать их о приезде поезда Деда Мороза и создать для них уже небольшой такой праздник. И, конечно же, задача, которой мы все грезили, когда реализовывали этот проект, очень хотелось занять освободившуюся нишу новогоднего вида транспорта, не буду называть бренд, но очень хотелось, чтобы россияне, думая о Новом годе, думали теперь про поезд, а не про грузовики. Вызовы, которые мы сформулировали в этом кейсе, это первый вызов — узкой аудитории мероприятия на вокзалах городов России. Как мы понимаем, это мамы, бабушки, папы и детишки примерно до 10 лет, те, кто верят в Деда Мороза. Нам хотелось охватить аудиторию чуть постарше и захватить в наш проект самую лакомую для любого бренда аудиторию — это 14-30 лет. Второй вызов – как я уже говорила, маршрут поезда проходил по 120 городам, а мы хотели принести праздник во все уголки страны, поэтому наши медиа-менеджеры выполняли очень сложную задачу. На их хрупкие плечи легла задача практически каждый день корректировать медийную кампанию, чтобы мы охватывали все регионы, по которым едет поезд, и больше. Так у нас появилась идея проекта, который должен был быть реализован в наших социальных сетях, на платформе ВК-клипов, и также мы использовали инструмент нестандартной медийки на Mail.ru. Посмотрим поподробнее. Ядром кейса стало мини-приложение на платформе ВК Mini App, в социальной сети ВКонтакте и в социальной сети Одноклассники, чтобы мы охватили всех-всех-всех, кого хотели поздравить с Новым годом. И это ядро поддерживало чат-бот со стикерами во ВКонтакте. В Одноклассниках мы использовали медийное продуктовое прогнозирование, инструмент подарков. В ВК-клипах мы реализовали подборку поезда Деда Мороза и запустили челлендж с блогерами и с самим Дедом Морозом. И нестандартная медийка на медиапроектах. Рассмотрим поподробнее все наши инструменты. Мы сделали мини-приложение с играми, тестом, викториной, с контентной частью, в которой мы рассказывали, что из себя представляет поезд, какие персонажи едут в этом поезде, что гости мероприятия могут увидеть. Давали возможность пользователям во ВКонтакте получать стикеры, а в Одноклассниках получать подарочки и делиться ими с друзьями. Также все пользователи могли побороться за приз. Это видео поздравления от Деда Мороза, которое можно было подарить своему ребенку или отправить своим друзьям.
Если во ВКонтакте мини-приложение продвигалось с помощью чат-бот со стикерами, то в Одноклассниках мы помимо медийной поддержки также использовали инструмент, который не так часто используем. Это продуктовое продвижение в Одноклассниках. И помимо этого, для большей вирусности использовали различные механики шеринга. Например, пользователи могли делиться новогодними открыточками с добрыми пожеланиями, которые они получали непосредственно в приложении. Вот вижу в конце зала человека, который занимался реализацией проекта, Юлия Гревцева, моя коллега. Почти 1 миллион пользователей мы получили в мини-приложение за весь проект. А сколько осталось минут? Я уже почти в конце. Почти уже приехали. Во ВКонтакте ключевым инструментом продвижения проекта для нас стали стикеры. В стикер-паке мы использовали персонажей, которые ехали с Дедом Морозом в поезде. Зайчишка, Снеговичок и другие персонажи. На стикерах были добрые пожелания. Всего выдали более 1 300 000 установок первой части стикера и ими за время проекта. То есть с конца октября до 16 января 2022 года поделилось 4 800 000 стикеров пользователи отправили друг другу. В Одноклассниках мы использовали инструмент подарков, и более 500 000 пользователей поиграли в нашем приложении, и почти 2 миллиона подарков они отправили друг другу в социальной сети. На платформе ВК Клипов мы реализовали 2 проекта. Первый проект длился одновременно, он был запущен первым и длился весь период реализации проекта. Это была подборка в ВК Клипах, в которой за период проекта было опубликовано 110 клипов. Это клипы, дневник движения поезда. Там были клипы о персонажах поезда, о том, что там происходит, о каждом вагоне, о том, что происходит на представлениях во время приезда поезда в различные города. Кроме этого, мы сделали 230 трансляций из городов, когда поезд приезжал, его встречали, когда поезд уезжал, его провожали, и также во время мероприятий на платформах. В декабре мы запустили челлендж «Поезда Деда Мороза» в клипах. Его запускал сам Дед Мороз. Мы разработали маску с веселыми огоньками, снежинками и поездом. Клип поддержали блогеры, такие как Саша Новиков и Лера Изумруд. Задача пользователей была при участии в этом челлендже рассказать, что им нравится в своем городе, разместить этот клип у себя. И как вознаграждение они получали часть новогоднего брендированного стикер-пака. Всего поучаствовало более 18 тысяч пользователей в этом челлендже. На Mail.ru мы разместили нестандартную медийку в нескольких форматах и получили очень классные результаты. Нестандартная медийка вела также на приложение во ВКонтакте и в Одноклассниках. Мы это корректировали в зависимости от того, как приложения сами продвигались внутри социальных сетей. Наши ключевые показатели эффективности, мы им очень гордимся. 1 миллион пользователей в социальных сетях в мини-приложении. И суммарно, возможно, с небольшой погрешностью, потому что довольно сложно было считать некоторые инструменты, это 64 миллиона уникальных пользователей по всем инструментам во всем проекте. На 2 слайдах у меня такие небольшие подтверждения того, что мы достигли своего результата по расширению аудитории по социально-демографическим показателям. Появились города, где была core-аудитория, и возраст аудитории во ВКонтакте — это 14-30 лет. В Одноклассниках у нас ядром стали женщины в возрасте от 24, по-моему, до 45. Новогодние сюрпризы, которые мы открыли для себя в этом проекте, это, во-первых, наш первый большой такой имиджевый проект с столь большой аудиторией. Во-вторых, сообщество без дополнительных усилий приросло почти на 400 тысяч новых подписчиков. И мы получили довольно интересную аудиторию в проекте, о чем я уже говорила. Какие выводы мы сделали? Мы, во-первых, подтвердили, конечно, что стикеры и подарочки в социальных сетях — это очень классный инструмент продвижения проекта. Кроме этого, поскольку проект длился довольно долго, с октября по середину января, и у нас были этапы проекта, в которых мы открывали новые задания, новые инструменты, мы удерживали внимание аудитории пользователей. Ну и механики с шерингом стали классным вирусным инструментом.
У нас сейчас просто будильник прозвенит, уже прозвенело. Я не могу не задать вопрос, хотя сейчас Настя мне покажет, что нет. Но тем не менее, очень... В общем, приходите, готовьте сани летом, приходите к нам за проектами. Вот, у меня вопрос, будет ли праздник теперь, праздник приходить на ежегодной основе, как ты считаешь? То есть можешь ли ты провести какую-то цитату клиента, что класс, давайте делать дальше, офигенно, что есть такие кейсы, простите меня за такую свободную речь и так далее. Да, конечно, мы планируем повторять этот проект, и клиент сказал, давайте в следующем году начнем летом, потому что поезд уедет осенью, и мы не знаем, когда именно. Идеально. Но это блиц-опрос, и я быстренько. Скажи, сколько человек со стороны ВК работало над проектом? Ой, я думаю, что человек, если я скажу человек 20, то я не ошибусь. И третий, и напоследок, такой сложный и масштабный проект во всех смыслах, такая серьезная компания, надо быть по расписанию во всех смыслах этого слова, дедлайны и т.д. и так далее. Скажи, вот все-таки из тех вызовов, вот ты назвала, да, что самое сложное ощущенчески было вот перед запуском такого просто глобального, масштабного всероссийского проекта? Мы понимали, что в этом проекте что-то может поехать не так. Может измениться маршрут, может еще что-то случиться. И при планировании проекта мы понимали, что он может в какой-то момент немножко измениться, и нам нужно будет со скоростью поезда поменять инструменты, запуски, медийную кампанию. То есть мы заранее к этому готовились. С другой стороны, поезда не в вашем случае сходят с рельс, поэтому супер, что так было. Давайте поаплодируем. Очень круто. Спасибо. Лен, спасибо большое и за подачу, и за просто прекрасный внешний вид.